Алин, что ты там читаешь? Отец, картинки. Картинки рассматриваешь? Да. Понятно. Марку расскажешь, что там? Видишь, он как интересуется. Расскажи, какие там картинки. Катьки нет. А здесь Митюка, а вот это и Акачи. Это холодильник. Здорово, холодильник. Да, это рекламный проспект, и там, наверное, холодильник, да? Забрал пирамиду. Ну, собирай теперь, Мирош, собирай. Собирай. А вот это мальчика. Алиса там котика пристегивает, да? Для чего нужно пристегиваться в коляске? Чтобы не упасть. Правильно, чтобы не упасть. А я чищаю. Прочитала? Отлично.